Хочу рассказать о романе Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Главной идеей этого романа является поиск и утверждение красоты. Меня поразило в этой книге, как скульптор сумел создать подлинное искусство, найдя идеальное сочетание физического свойства тела и духовной стороны человека. То есть, насколько я понял его, красота есть баланс между душой человека и его материальным. То есть нужно развивать и себя внешне, и себя внутренне. Думаю, что красота души также включает в себя баланс. То есть это какая-то середина, середина каких-то добродетелей. Там мужество, храбрость. Это тоже как бы такая грань, такое лезвие бритвы, где ты стоишь, и чтобы тебе нужно балансировать и не упасть, не оступиться. То есть вот для меня понятие красоты, я когда прочитал эту книгу, я действительно для меня как бы то, что было ранее не сформулировано, я подспудно где-то понималось, ощущалось, теперь пришло осознанно, и вот теперь я живу с таким пониманием красоты.